Российская писательница Елена Велена посетила городской округ Люберцы. Автор серии книг «Добрые сказки о простых вещах» провела несколько творческих встреч с детьми. Тему продолжит наш корреспондент. Я рассказывала сказки своим детям каждый вечер, представляете? Рассказывала. Думаю, я так много сказок рассказала. А не пора ли мне их написать? Так и началась творческая деятельность Елены Велены. Спонтанная идея переросла в большое дело. Сегодня вместе с ней трудится профессиональная команда. Это издатели, которые помогают выпускать в свет произведения автора, и художники, которые с помощью ярких иллюстраций делают книги живыми и интересными. Знаете, художник – это так тонко, это такая большая тема. Это вообще должен быть единомышленник. Очень трудно найти хорошего, подходящего художника. Ну и тем более, знаете, мои художники работают по-настоящему кисточкой, карандашиком. Они делают на торшоне, на картоне. Знакомство Елены Валерьевны с люберецкими детьми началось в библиотеке имени Есенина. На встречу с писателем пришли воспитанники 4-го лицея. Ученики 2-х классов с интересом слушали автора и задавали ей вопросы. Очень понравилась встреча, как пишут рисунки, рисуют. Особенно книга про карандаш эластик. Я очень хочу взять эту книгу и почитать ее. Я узнал, как писать книги, как это сложно. Мне очень было бы интересно прочитать эти сказки. Под таким же впечатлением остались учащиеся 5-й гимназии. Елена Велена встретилась с ними в библиотеке «Бригантина». Автор детских сказок также рассказала ребятам о своем творчестве и о героях произведений. Моя первая книжка, вернее история, которую я записала, это история о фонаре. Как он светил, а потом ему голову закрали грустные мысли. А зачем это мне светить? Творческое турне Елены Велены по городскому округу Люберцы продолжилось в детской больнице. Писательница подарила стационарному отделению Московского областного центра охраны материнства и детства несколько своих книг. Теперь добрые сказки о простых вещах помогут скрасить будни маленьких пациентов. О любом предмете могу написать книгу. Ну, например, вот здесь сказка о розе. Здесь сказка о легкомысленной соломенной шляпке, которую она всегда хотела куда-то улететь и попутешествовать. Книги Елены Велены носят познавательный характер. На данный момент в копилке автора более 40 сказок, рассказывающих о самых простых вещах. Каждый предмет – герой отдельной книги, который имеет свой характер и попадает в приключения. За произведение для детей юношества российская писательница удостоена звания лауреата Международной литературной премии имени Ершова. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.